Здравствуйте, меня зовут Сергей Рязанский. Я дважды летал в космос и возглавлял экипаж космического корабля на МКС. В феврале я вместе с командой комбатуры и победителем марафона тренировки с космонавтом поднялся на вершину Килиманджаро. Пришло время объявить старт второго, семейного марафона. В конце июля мы с командой комбатуры собираемся в семейный поход на озеро Байкал. И у вас есть шанс разделить это приключение с нами. Поход требует физической и эмоциональной выносливости, командной работы и поддержки. Мы решили хорошо подготовиться и запускаем марафон тренировки с космонавтом 2.0 для всей семьи. Для чего участвовать в семейном марафоне? Во-первых, победившую семью мы пригласим в уникальный поход на Байкал с космонавтом, то есть со мной. Во-вторых, марафон позволит вашей семье стать более активной, здоровой и креативной. Ну и, наконец, марафон сплотит вашу семью, объединив общей целью. Время вместе бесценно. Каждую неделю мы будем отправлять вам задания, и наше жюри будет выбирать трех полуфиналистов марафона. Задания нужно выполнять всей семьей, креативно, на протяжении 9 недель. Прямо сейчас проходите регистрацию на сайте тренировкискосмонавтом.рф и присоединяйтесь к нашему марафону. Это бесплатно. Тренируется вся планета.